Начались торжественные мероприятия с возложения цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Полицейские почтили память товарищей, отдавших жизнь служению закону, минутой молчания. Ну а продолжились мероприятия в рамках празднования 300-летия российской полиции на площади перед Зимним театром. На театральной площади выстроились парадные расчеты сотрудников органов внутренних дел. Открыл торжественное мероприятие начальник краевого МВД. Продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел делают все возможное, чтобы надежно защитить население от противоправных посягательств, противостоят росту преступности, охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность граждан. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, а также в честь празднования 300-летия со дня образования российской полиции, лучшие сотрудники были отмечены ведомственными наградами. Продолжились торжества праздничным парадом. Его посмотрели почти 500 зрителей. Праздничным маршем по театральной площади прошли сотрудники ППС, ДПС, сотрудники полиции из Белгородской, Иркутской области и Республики Адыгея, прибывшие в Сочи для охраны общественного порядка. Впервые торжественным маршем в составе органов внутренних дел Кубани по парадной площади прошел расчет туристической полиции УВД Сочи. В заключении парада зрителям была представлена техника управления внутренних дел по Краснодарскому краю. Ну а завершились торжественные мероприятия праздничным концертом, который прошел на сцене Зимнего театра. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.